The Oberoi Bali, добро пожаловать. Хотела показать одну из вилл курорта. И, ну, во-первых, как вы видите, тут территория великолепная, вся зеленая, большая, 6 гектаров. Сейчас мы посмотрим и увидим виллу с бассейном. У нас do not disturb signs. И сейчас мы подробно все проинспектируем, посмотрим. Начнем сначала с самого бассейна, с территории виллы. Видите, достаточно, я бы сказала, очень большой бассейн. Тут также есть зона, где можно обедать, ужинать, завтракать. Около 10 метров, если не ошибаюсь. Еще раз, тут территория, как видите, деревья, растения. И там лежаки, получается, софа-бед и лежаки также. Есть там вода, сейчас смотрим ближе. А, кстати, обратите внимание на статуэтки разные. Несколько. Выдается вода, спрей франджипани, запахом франджипани, это как раз вот это, вот этот цветок, и санскрин, крем от загара. И сейчас давайте зайдем и посмотрим, увидим саму виллу. Так, сам номер. У нас спальня, номер в таком балийском стиле. С правой стороны у нас идет телевизор, мини-бар, кофе, чай бесплатно. И сам мини-бар. Также кабинет. Тут у нас также стол, зона отдыха, для кого-то зона курения, такая терраса небольшая. Далее гардероб, сейчас посмотрим все подробно, сейф, также у нас идут халаты и два вида халатов, более тяжелые, легкие, зонтики, тапочки и домашние, и пляжные. Так, продолжаем дальше. Ванная комната. Тут с правой и с левой стороны у нас для багажа стойка. Умывальник, крем для тела. То же самое с левой стороны. Тут у нас душ. Ванная с таким маленьким огородиком с видом. Тут мрамор. Кстати, приезжают регулярно специалисты именно из Индии, чтобы его полировать. И тут у нас идет уже туалет и д. Еще раз посмотрим на ванну. Красиво, свечки тут. И обратно в основной спальню. И тут зона отдыха также. Тут фрукты при заезде. Это у нас The Oberoi Bali, одна из вилл.